Стоп, подожди, не переключай, если ты новенький. Приветствую вас, дорогие друзья. На дворе снег. Это говорит, что зима очень близко. Щетка на готове. И на готове номера. И о чем же это все говорит? О том, что вторую зиму Посад под снегом в несделанном состоянии, наверное, проживать не будет. И сегодня, скорее всего, мы попробуем его эвакуировать до костоправки. И, возможно, начнутся какие-то движения. Ура, товарищи! Спустя год машина сдвинется с места. И вкратце предыстория, почему я приобрел тот Посад, если кто не в курсе. Можете, конечно, пройти посмотреть здесь видео, как я его приобретал. Но в целом для вас сейчас именно небольшой ввод информации, почему мы сейчас тянем тот Посад и откуда он у меня взялся. Как видите, в моем Посаде моргает лампочка давления масла, но это не говорит о том, что в нем нет давления, это говорит о том, что умер датчик. Нужно поменять, именно сейчас поеду на рынок, так что не ругайте. У меня в Посаде есть вот такой вот салон, который я всегда искал, Vaxport. Немножко, конечно, в удовлетворительном состоянии, но как-никак он есть. Полностью панель от B4, руль итальянский, ручка КПП деревянная. Все это классно и хорошо, но у меня гниет он. Мой Посад гниет. И мотор, кстати, хороший. И мой Посад гниет. Гниет очень сильно. Соответственно, вот это все, что на нем стоит, диски тут, там ББС, там бленда, рейлинги, все это не имеет никакого веса и цены, ни такой салон, ни приборка от B5 Посада, ни хорошая техническая часть, потому что все ставилось очень неплохого состояния. Но все это не имеет никакого веса, когда у тебя просто приварена жопа. Вот эта жопа, задняя часть, вот подсюда по сиденье приварена от другой машины, и она гниет уже. Соответственно, это все восстанавливать смысла нет, потому что целостность кузова все равно не вернуть. И это стоит очень больших денег. Именно поэтому я нашел Посад. Но в течение года, пока он стоял, много что поменялось в моей голове по тому Посаду. Но это будет чуть дальше. Как я клею. Такой колхоз, говорит, пацаны. Тут у нас выяснилась еще одна ситуация, когда мы начали клеить знак, что у нас оказывается, чуть не держится стекло. Но у нас есть скотч, поэтому будем надеяться, что скотч перетерпит все, и стекло тоже удержит, может быть. Если холодно, и скотч может отлететь. Будем надеяться, так как электрическая часть у нас не подключена, по закону мы обязаны делать знак. Вешать знак аварийной. Дядя только он принес знак нормальный. Да ладно уже. Сейчас этот наклею. И этот. А еще мы попросили еще одного Посада моего братика, чтобы он ехал на случай чего сзади. Потому что машина приехала к нам на эвакуаторе когда-то. И, соответственно, я не знаю о состоянии подшипников и всего остального. Так я подымал, вроде все держится, но от греха подальше сзади будет ехать еще одна машина наша и страховать нас. Салон, сейчас. Заодно и багажник будет бежать. Скажите, Баташка, вообще непонятно, как уже. Если вы честно переоделись, что выходит видео, данное видео было в декабре 2023. Выезжаем, техничка сзади. Посад на сцепке, вот такой паровоз. Паровоз из Посадов. Сколько, 2 километра, наверное, даже меньше, полтора. Проблема с колесом, поэтому мы подстегиваемся, ждем эвакуатора. Скайпом.
тапочки, потому что, блин, по минималке, короче, делают нам, потому что денег нету, пацаны. Хотели вообще задешево, но не руки вот так показывай. Год стояния машины — это не предел, нормально. Вот. Поэтому здесь будет стоять три, да? Вот. А потом он сделает. Но на самом деле вы можете зайти к нему в Инстаграм. Заплатную стояночку, в принципе, можно и три, чтобы постоял. Да. А там потом тоже просто документы привезешь и все, да? И все, короче, там будет Инстаграм вот сейчас снизу. И вы по-братски, эти 1500, которые меня смотрите, зайдите, вот, несложно же нажать там, просто ему там задолбите в друзья вот так, добавить. И напишите под последним постом просто там... Это тюнинг в ателье, не дал таких лет просто. Капельку будем делать. Расширение. На саморезы можно накрутить? Ты смотри, как небедово смотрится, слушай. Там второе есть. Это от чего? А4. Прям вот, на саморезы вот так накрутить. Колеса, надо вот так отделить, колеса. Таким мы заниматься не будем, как они говорят. Но, а что у тебя в Инстаграме в рабочем последняя тачка какая? Ну все, ВВТшника, бампер с этим, с очками. Последняя тачка, там вот Audi A4 в ремонте. По-братски вас прошу, зайдите туда и в комментариях просто напишите Passat B3, там, сарай, синий сарай, там, не знаю, алло, Караганда. Ну, чтобы он активность увидел, ему было интересно работать, потому что я денег ему не плачу, как бы. Да, Тёмыч? Мы же за рекламу работаем? Мы не за вашу рекламу работаем. За деньги. Все за деньги. Все за деньги. Наши тысячи, он сказал, не спасет. Так что давай. Смотри, такого эффекта я не ожидал вообще. Просто Тёмыч красавчик. Из моего Passat просто за 2 недели вот мы приехали. Цвет такой, типа а-ля гараж там. Куда-куда. Тут Lexus, тут просто Авдотья заряженная, А4, универсали. Ну как заряженная, конечно, никто меня не поймет. Ну, как? Шанс. Я все как-то вижу. Здесь видишь, кто-то сейчас ничего не решает. Я еще не менял, не сделал. Вот столько вот здесь была. Салам была. Вот тут 900 было. А тут 1100, 1200. В итоге за 4000 селся. 500 тысяч. Что, когда будет готов Passat? Passat? Года через 3. Все, пацаны. Через 3 года. Сейчас расскажем прикол.